клиентам, которые приобретают бетонный завод серии Евромикс Крокус, предприятие презентует такого плана самовар. Это старые самовары, восстановленные, ориентировочное время изготовления середина 20 века, грубо от 1930 года до 1960, изготовлен на тульском заводе «Штамп». Также есть самовары, которые изготавливались на тульском оружейном заводе. Самовар жирового типа, соответственно, не электрический. Вот такие подарки мы дарим клиентам, которые приобретают бетонные заводы серии «Евромикс Крокус».